Алиса, как всегда, пришла поваляться. Что такое? От меня пахнет. Я им раздавал жир, и от меня им пахнет. Так, именно по этой причине меня можно чуть полизать мне руки. Так обычно Алиса руки не лижет, она не собака. Вот, такого нету. Да, и покусать меня можно, ну совсем чуть-чуть. Вот, только на 5-й год жизни Алиса поняла, что такое, в чем прелесть дивана, и что сюда надо приходить, чтобы валяться. До этого такого не было. Ну и сейчас плюс еще весна, поэтому настроение у нее пассивное. И она очень дружественно относится ко всем. Может валяться, даже дома переночевать. Да. До этого такие эксперименты кончались очень плохо. Например, съеденным душем в ванной. И да, погрызанными шторами. А сейчас другое дело. У Алисы отличное настроение. Она из-за того, что привезли собак временно, они с ней выходят в разное время гулять. Но собаки подбегают к ее вольеру, и она пытается через вольер на них охотиться. Много видео. Они ее обгавкивают, что ей тоже безумно нравится. А потом, когда выбегает Алиса, она их ждет около сарая. Спит рядом с сараем. Соответственно, дразнит. Ну, то есть собакам это тоже очень нравится, потому что собак я когда завожу в сарай, они уже встают на задние лапы, там на все тумбочки, смотрят в окна, где же лиса. То есть я еще не ушел, они уже этим занимаются. То есть у них такое двойная радость. У собак радость, потому что они обгавкивают лису. И у лисы радость, потому что она, соответственно, охотится за собаками. Но в последний вот раз в охоте принял участие Арчи, потому что Алиса была с Арчи в вольере, а собаки были наружу, и Арчи тоже принял активное участие. Но Алисе это не очень понравилось, она его, можно сказать, попыталась погонять, сказав, что это ее добыча, а не его. Вот. И последние дни у нас проходят примерно следующим образом. То есть Алиса ночью в вольере, дальше утром я вывожу собак, собаки гуляют где-то час, Алиса пока что смотрит в вольере, но они к ней особо не бегают. Потом собак загоняю, потом Алисина время, она бегает, все смотрит, нычки, обязательно подбегает к собакам, там минут 20 с ними потусит, они на нее погавкают, она попрыгает на дверь. Вот это обязательный ритуал, обязательная процедура. А что это вы все тут собрались? А я знаю, что они собрались. Сегодня 8 марта. Да, Алиса? Да. Алиса уже лезет. Потому что у меня бараний жир. И им он очень нравится. В небольших количествах. Я редко когда даю. Почему-то там, наверное, много аминокислот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прямо, ребята, хватайте, вносите. И тебе сейчас тоже достанется. Внутренний жир. Сейчас еще Арчи ни разу не пробовал. Арчи сейчас тоже дам кусок. Опа! Вот так. Что еще у нас происходит? Ну, сейчас время гулять, как вы видели, Алискина. Собаки у нас сидят в теплом сарае. Алиса убежала. Вот. Пошла прятать жир. То есть на самом деле она его есть не будет. Я уже маленький кусочек ей давал, она его спрячет. Как в принципе и все остальные собаки. А вот и Арчи. Сейчас мы ему тоже дадим попробовать. Я думаю, что запах идет от этого жира. О, привет! Ты спал, ты тянешься? Конечно! Здрасте, здрасте.
Арчи, как дела? Ух ты, иди сюда. Посмотри, что я тебе принес. Да-да-да, прыгай обратно. Залезай. Чем-то пахнет таким интересным. Да, интересным пахнет. На, посмотри. Это все каша и каша. Не. Во, бежит уже. Бежит, красотка. Давай, забирайся к нам. Я тебя пущу. Пожалуйста, заходи. Заходи. Нет. Вот так. Завтра минус 20 обещают. Так что посмотрим. Даже минус 22, если я не ошибаюсь, ночью. Будет холодно. Все, всем раздал. Арчи, это надо спрятать, этот кусок. И потом на голодный год оставить кусок жира. Сейчас я думаю, что Арчи этим и займется. Я пока что Арчи разморожу воду и принесу новую. Дальше Алиса идет спать. Дневной сон. То есть она вот ищет место, как сейчас. Приходит, ложится спать. Это вот Глашка и сон. И, соответственно, в последнее время очень любит... То есть... Норное такое существование, то есть залезать куда-нибудь под подушки, залезать, соответственно, там куда-нибудь под одеяло, под диванчики. Вот. Что такое? Тебе не нравится, когда я тебе вот тут штаны чешу? Кстати, обратите внимание, что у Алисы вот тут, где штаны, тут тройной мех, наверное. То есть вот это место, покажи, ладно. Вот тут, это вот задний окорочок. Он весь покрыт таким войлоком, прям очень-очень толстым. То есть вот это вот все, я вот хватаю, и я хватаю именно мех. То есть так как лиса спит, получается, на земле, либо на снегу, либо там в... Ну, если она в норе, то, наверное, это легче, потому что там плюс 10 градусов, там 11. Вот эта вот вся часть, на которой она, в принципе, опирается, спит, она очень-очень толстая. То есть ее трудно намочить. Вот это все, это мех. Вот я сейчас беру. Я даже продавить его не могу. Вот это все. Это большой-большой такой, как кусок войлока. И лиса. Очень мне не нравится, когда я его тут чешу. То есть тут вот нормально. Тут вот ребра. Здесь там все. А тут вот прямо войлок-войлок. И, соответственно, лиса днем спит. Вот таким вот образом. Либо забравшись куда-то в нору, либо в теплом месте, либо сама на улице где-то место находит, где и поваляться. И потом вечером она опять выходит, у нее активность. Вот, а после этого я ее ловлю и сажаю ее к Арчи. Причем сейчас Алиса ест мало, как я, по крайней мере, вижу. То есть у нее рацион очень снизился. И сейчас были дни после холодов, сейчас вот опять наступают холода, завтра, послезавтра будет холодно. Я думаю, что дни вот после холодов у лис это такой расслабон, они начинают набираться сил, то есть они очень много спят. Ну а Сарчи у них я попытаюсь, конечно, снять. Очень трудно это снимать, они переговариваются, то есть они, как вы, наверное, видели, другие лисы встают на задние лапы, передними упираются друг к другу вот сюда вот в плечи и орутся. Вот это может продолжаться там 5-10 минут. Но это не... То есть это нормальное общение лис, то есть она очень довольная, у нее улыбка до ушей. То, что она нашла такого собрата, который может также с ней покричать на нее, а она покричит на него. То есть это такая очень-очень хорошая, позитивная для нее вещь. Вот. Вот так проходит день лисы обыкновенный.
Да. Что? Где тебя гладить? Вот тут? Ну, давай здесь буду гладить. Вот так лиса себя ведет. Так что активные действия у нас будут, когда начнется потепление и будет уже капель. Сейчас пока что дневной режим я примерно описал.